Друзья, всем добрый день! Сегодня топ-тема. Я нашел для вас отели в Шарм-эль-Шейхе за 330 евро с перелетом на человека из Кишинева и Бухарест. Ну что, поехали? Самый разгар Египта! Сезон, теплое море, красивейшие кораллы и отели по невероятным ценам. Стоимость на 1 плюс 1, то есть один взрослый и один ребенок. Regency Plaza 650 евро за двоих. Просто вдумайтесь в эту цифру. Отель на берегу с огромнейшим аквапарком, район Напк, но в ноябре в этот район еще можно ехать. Сезон ветров почувствуется только в середине декабря, когда будет более прохладная температура ночная и появится прохладный ветер. Барсело Шарм 690 евро. Шикарный отель с идеальным песчаным входом. Один из немногих в регионе Шарм-эль-Шейх. Здесь можно абсолютно без проблем зайти с берега. Есть красивый коралловый риф. Отель находится в конце бухты Напк, то есть ветер здесь будет чувствоваться минимально. Его можно рассматривать даже в декабре. Сафир Шарм 710 евро за одного взрослого, одного ребенка. Классный вариант. Находится в закрытой бухте, имеет шикарный коралловый риф и небольшие песчаные заходы. Просто вдумайтесь, закрытую бухту в пик сезона можно взять за 700 евро за двоих. Шарм Гранд Плаза 730 евро, также район Напк. Отель, который любят итальянцы, и 80% отдыхающих именно итальянские туристы. Здесь желательно отдыхать до середины декабря. Качественное питание, хороший коралловый риф и не длинный понтон. Около 150 метров для бухты Напк это большое преимущество. Домина Корал Бэй. Огромный комплекс из 8 отелей в самой безветренной бухте Шаркс с самым коротким понтоном, буквально 10 метров, красивейшими коралловыми рифами. Домина Корал Бэй Харем можно взять за 730 евро. Домина Корал Бэй Аквамарин, который находится ближе всего к морю, за 790 евро. Шармелеон Си Лайф Резорт 730 евро. Классный отель. Находится снова-таки между ветреной бухтой Напк и безветренной Рас Насрани. Короткий понтон, буквально 30 метров. Очень качественное питание. И за эти деньги, я считаю, это один из лучших вариантов, который на сегодняшний день можно забронировать в Египте. Учитывая коралловые рифы, короткий понтон, качественное питание. И на территории комплекса есть Sea Life аквапарк, где можно пользоваться огромным аквапарком. Также можно взять Sea Life Resort, который находится параллельно. Он стоит 790 евро. Следующий отель Experience Sea Breeze 780 евро. Также бухта Sharks Bay, закрытая от ветра. Можно отдыхать в любой зимний месяц. Есть, кстати, небольшой аквапарк. Территория отеля маленькая, но продумана качественно. Останетесь довольны. Отель Jazz Mirabel Park. Комплекс Jazz Mirabel находится в бухте Напк. Учитывайте, что идеальное время это до середины декабря. Комплекс состоит из трех отелей. Jazz Mirabel Club, который находится дальше всего от моря. Дальше идет Jazz Mirabel Park. Как раз на него цена 790 евро. И на самом берегу находится Jazz Mirabel Beach. Jazz Mirabel Beach стоит 830 евро. По качеству это сама по себе сетка Jazz считается одной из лучших в Шарм-эль-Шейхе. Она абсолютно может посоперничать с такими отелями, например, как Sunrise, с такими отелями, как Stella Di Mare, Альбатрос, Султан. По качеству питания абсолютно ничем не уступает. На территории комплекса есть хороший аквапарк, бассейны с подогревом. Уже в отеле можно пользоваться понтоном. Понтон приблизительно 450 метров. Из-за того, что бухта Напк, поэтому такая цена, но у вас еще впереди есть целый месяц, когда можно насладиться по-настоящему высоким качеством. Всего за 780 евро. Просто вдумайтесь в эту цифру. Следующий отель это Сиера. 790 евро. Отель находится фактически на второй линии. Входит в общую цепочку с отелем Совой. У них общий пляж,
точнее, на территории пляжа Совой есть пляж отеля Сиера. На берегу моря стоит один из лучших отелей Шарм-эль-Шейха Совой в самой безветренной бухте Шаркс-Бэй. За ним, буквально через променад площади Сохо-сквер, находится Сиера. По качеству питания, услуг, сервису отель мало чем уступает отелю Совой. При этом цена на 30% ниже. Просто бомбическое расположение на площади Сохо, так как вы можете вечером погулять, есть бесплатный Wi-Fi, магазины, представления, шоу фонтанов, которые можете наслаждаться каждый вечер. Закрытая бухта, шикарный коралловый риф, короткий понтон, и это все за 790 евро. При этом отель абсолютно подойдет для зимнего отдыха вплоть до апреля месяца. Просто бомба. Следующий отель — это Джаз Бельведере, 850 евро. Снова отель сети Джаз. Отель имеет хороший песчаный заход, и это один из немногих отелей Шарма, где не самые лучшие коралловые рифы. Коралловый риф достаточно, скажем, бедненький, он серый, но отель подойдет именно для отдыха с детками, потому что зайти с берега можно без проблем. Снова-таки, отель City Jazz, классное питание, сервис, и здесь очень качественная анимация. Снова-таки, в отелях сети Jazz любят отдыхать итальянцы. Приблизительно 60% отдыхающих именно итальянцы. Поэтому рекомендую. Следующий отель — это Amphoras Beach. 880 евро. Закрытая бухта. Есть хороший аквапарк, бассейн с подогревом, красивый коралловый риф. Классная цена, при этом также основной контингент отдыхающих, процентов 80, это итальянцы. Magic Life Water World. 880 евро, находится в бухте Напк, имейте в виду, до середины декабря можно этот отель рассматривать. Понтон приблизительно 400 метров, есть хороший коралловый риф. Сеть Magic, снова-таки, одна из любимых сетей в Италии, процентов 60-70 отдыхающих это итальянцы, качественное питание и сервис. Также бассейны с подогревом. Royal Albatross Moderna, 950 евро за двоих. Отель уже более высокого уровня. Один из лучших отелей в бухте Напк. Вы видите, что в данном рейтинге достаточно много отелей из бухты Напк. Но, повторюсь, еще есть время насладиться качественными отелями за невысокую стоимость. Так как еще месяц назад эти отели стоили на 40-50% дороже. Royal Albatross Moderna. Понтон 600 метров, но при этом красивый коралловый риф. Есть песчаные лагуны, где можно зайти с берега по грудь. Также аквапарк, огромный аквапарк, подогревается. Есть несколько подогреваемых бассейнов, в том числе детский. Шикарная детская анимация, качественное питание. Очень рекомендую отель, тем более за 950 евро. Такой цены больше не будет. Но и после середины декабря я не рекомендую его рассматривать, так как это бухта Напк, появится прохладный ветер, не самое идеальное место. Поэтому наслаждайтесь, пока есть возможность. Дальше она появится только в середине марта, когда снова начнется высокий сезон в Египте. Nubian Village и Nubian Island, 950 евро. Все знают о наших любимчиках. Это те отели в бухте Напк, которые имеют закрытую береговую полосу. То есть это единственный отель в бухте Напк, который, пляж которого закрыт скалой. То есть на пляже идеально можно загорать и отдыхать даже в зимнее время. Хотя если есть альтернативы в закрытых бухтах, советую зимой после середины декабря их рассматривать. Если же нет, можно бронировать Nubian. Понтон приблизительно 250 метров. Красивый коралловый риф. Бомбическая анимация. Процентов 60 отдыхающих это итальянцы. Отель подойдет как для семейного. Это отель, который имеет подогреваемый аквапарк. Один из немногих в Шарм-эль-Шейхе. И это большое его преимущество. Качественное питание. Здесь каждый день есть морепродукты. Если не на ужин, то обязательно в обед вам сделают просто вкуснейших крабов на гриле. И вы сможете обедать с красивейшим видом на море. При этом
отель идеально подойдет для молодежного отдыха. Пенные вечеринки, постоянные конкурсы, танцы, анимации. Я когда был, я так зажег. Поэтому очень рекомендую Nubian Island, Nubian Village. При этом в Nubian Island также провели реновацию. Теперь номера между Nubian Island и Nubian Village фактически не отличаются. Nubian Village номера находятся ближе к аквапарку. Nubian Island находится возле основного бассейна и ближе к закрытой части пляжа. Поэтому бронируйте то, что вам больше нравится, хотя пользоваться можно абсолютно всем комплексом. Renaissance Gold View 950 евро. Качественный отель именно для европейского спокойного отдыха. Красивейший коралловый риф, коротенький понтон, закрытая бухта, идеально подойдет для отдыха зимой. Качественное питание – это один из немногих отелей в данной ценовой политике, где есть на завтрак настоящий клубничный и манговый смузи. Не упустите свой момент. Хорошие номера, качественный сервис, и приблизительно 60-70% отдыхающих – это итальянцы. Мы замыкаем наш рейтинг бомбических цен на отели Шарм-эль-Шейха. Единственное, я хочу добавить для вас небольшую рекомендацию, так как все отели были пятизвездочные. Есть качественная четверка Double Tree by Hilton Sharks Bay, который стоит 750 евро. Он ничем не уступает отелям в данном рейтинге. При том, что четверка после того, как отель перешел под сетку Double Tree, кардинально изменилось питание, сервис. И самое главное, отель находится в бухте Sharks Bay, закрытая бухта. Есть аквапарк, и вы будете так же, как и в отеле Sierra, находиться на площади Soho. Да, отель немножечко проще, чем Sierra, но снова-таки разница в цене фактически 50 евро, и отель находится на берегу с таким же красивым коралловым рифом и коротким понтоном. Не упускайте свой шанс, бронируйте Шарм-эль-Шейх, пока цены не поднялись, они начинают расти фактически каждый день, так как тишина в информационном поле и последняя возможность насладиться теплым морем и всего за 330 евро. Для более детального подбора пишите мне Viber, Telegram, а также присоединяйтесь в группу Telegram и Viber, ссылки в описании. Всем хорошего дня!